Здравствуйте! Вы смотрите новости компании Life is Good, в студии Ольга Каминская. Сегодня в выпуске. Семейное счастье. Пайщик ЖКБ «Ствей» Денис Винничук готовится к переезду в трехкомнатную квартиру. Новые знания. МБС и обучение руководителей Life is Good LS1. Дань традициям. Памятная церемония и офицерский бал ко Дню Победы в Москве. Партнер Life is Good Денис Винничук благодаря кооперативу BestWay решил свой жилищный вопрос. В его трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге завершились ремонтные работы. Здесь у нас планируется установить кухонный гарнитур, супруга уже выбрала. В семье Дениса Винничука начались приятные хлопоты по обустройству домашнего пространства. В свое время, принимая решение о вступлении в ЖКБ «Ствей», он тщательно изучил все возможные варианты улучшения жилищных условий, в том числе провел сравнительный анализ деятельности среди кооперативов. Наряду с выгодными условиями рассрочки, Денис сразу выделил ряд других преимуществ. Движение очереди, оно в разы быстрее, чем в других аналогичных компаниях. Вот. Количество объектов недвижимости, приобретенных именно жилищным кооперативом, оно тоже в разы больше, чем даже самые старые кооперативы, которые работают на территории Российской Федерации. То есть тут уже даже безоговорочно выбор пал в сторону именно жилищного кооператива BestWay. Общая площадь квартиры Дениса Винничука 86 квадратных метров. Имеется просторная лоджия. Жилье находится в современном жилом комплексе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Отлично благоустроена придомовая территория, построен детский городок. Жить мы будем с супругой, с тремя детьми, да, мы многодетная семья. Одно время даже мысли не было о том, что можно будет как-то решить жилищный вопрос. Тогда еще работал в наемном труде, да, работником по найму был, и как-то это не сопоставлялось с теми доходами, которые были. Вот. Сейчас понимаю, что это можно сделать, это делаем, и люди решают свои жилищные вопросы. 12 и 13 мая в Москве проходил международный базовый семинар «Life is Good», в рамках которого также состоялись торжественные мероприятия ко Дню Великой Победы. Местом проведения МБС стал отель «Корстен» на Воробьевых горах. В работе семинара приняли участие более 400 партнеров Life is Good из России и зарубежных стран. В ходе семинара представили топ-лидеры холдинга. Они поделились с коллегами практическими знаниями, которые основаны на реальном опыте ведения бизнеса. Никто не родился директором 8 уровня. Ведь это очень важно, когда люди видят живых людей и слышат эти истории с первых уст. И потом точно так же начинают повторять и притворять их в свою жизнь. Они очень мотивированы. И особенно важно это для наших новичков, потому что люди пришли сюда с верой и надеждой. И они точно так же хотят преуспеть. Уникальные знания и практические советы, полученные от топ-лидеров холдинга, призваны стать для партнеров мощным драйвером роста личной бизнес-карьеры. Я для себя сделала вывод. Самое главное – это идти, это не задерживаться, а делать это все быстро и слушать своих лидеров. И, конечно же, приезжать на такие семинары, на такие мероприятия, как конгрессы, обучаться для того, чтобы мотивировать своих коллег, своих членов команды и показывать пример своим действиям. В числе спикеров МБС Алексей Матюхин, директор Life is Good 8 уровня. Он один из самых состоятельных партнеров холдинга, ежегодно входит в тройку лидеров по личным продажам. В любом деле, чтобы достичь хорошего успеха, нужно заниматься только одним делом. А в этом бизнесе тем более, потому что бизнес, он непростой. Он построен на доверии людей. А чтобы вызвать доверие человека, нужно обладать определенным профессионализмом. Его уверенность, его энергетика, она передается непроизвольно и самому клиенту. И клиент, также получая вот этот заряд, доверяет. Для завершающего выступления на сцену был приглашен президент Life is Good Роман Василенко. Он представил собравшимся цифры уникальных темпов развития бизнеса холдинга, рассказал о масштабной текущей работе по модернизации программного обеспечения корпоративных IT-ресурсов. Также акцентировал внимание коллег на ключевых аспектах построения карьеры вместе с Life is Good, в том числе необходимости строгого соблюдения этических норм и правил.
Роман Василенко обозначил перспективы дальнейшего многократного роста деловых показателей холдинга, сформулировал для партнеров конкретные шаги на пути достижения всех поставленных целей. Вперед, вперед, вперед. Иди вперед и, главное, посещай все семинары, которые только есть. Все это нам помогает в работе с нашими клиентами. И у нас на Камчатке приобретено уже много квартир. В ближайшее время оформляется еще несколько квартир. У нас идет огромный рост в нашем регионе. По окончании выступления Роман Василенко вручил лучшим партнерам холдинга заслуженные награды. Каждый из этих людей, удостоенный признания, внес свой личный вклад в развитие и процветание бизнеса «Life is good». На следующий день, утром 13 мая, начались памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. Партнеры холдинга во главе с президентом «Life is good» Романом Василенко прибыли в Музей Победы на Поклонной горе, Центральный музей Великой Отечественной войны. Была организована экскурсия по залам, в которой также приняли участие герои России, государственные и общественные деятели. В ходе осмотра военно-исторической экспозиции прозвучал подробный рассказ о великом подвиге народа. Музей Победы является символом памяти о трагических и героических страницах истории Родины. Это культовое место, которое объединяет все поколения граждан страны, где бережно хранится память о той великой и страшной войне. По окончании экскурсионной программы в зале памяти и скорби состоялась торжественная церемония возложения венка от компании «Life is good» к монументу «Скорбящая мать». Партнеры холдинга почтили память миллионов соотечественников, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Кульминацией торжественных мероприятий ко Дню Победы стал традиционный офицерский бал. Компания «Life is good» провела уже 4-й офицерский бал. В этом году участников знаменательного события принимал город-герой Москва. С приветственным словом выступил президент холдинга Роман Василенко. Он выразил в адрес собравшихся благодарность за поддержку патриотических традиций, а затем поздравил их с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости. Герой России – заслуженный летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Председатель Международного организационного комитета по присвоению почетного звания «Город трудовой доблести и славы» – заслуженный спасатель Российской Федерации, герой России Андрей Звягинцев. Завершив свое выступление, он пригласил на сцену Романа Василенко, а также его родителей – Ларису Александровну и Виктора Ивановича. Маме президента холдинга был вручен почетный знак супруги моряка «Спасибо, что мы выжили». Партнеров «Life is good» с Великой Победой также поздравил помощник депутата Государственной Думы, президент Российской Геральдической Палаты Александр Майоров. Он вручил Роману Василенко книгу с личной подписью легендарного Михаила Калашникова, выпущенную ограниченным тиражом. Кроме того, президенту «Life is good» был подарен главный символ русского оружия – знаменитый автомат Калашникова. Деятельность холдинга, в частности жилищного кооператива «Бествей», поддерживается на высоком государственном уровне. От имени законодательной власти участников офицерского бала приветствовал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергей Крючек. То, что делает сегодня «Бествей», это прорыв. Сегодня, когда консолидируя усилия граждан в рамках кооператива, они себя обеспечивают достаточно солидным жильем по своему выбору. Более того, наша партия «Справедливая Россия», которая поддерживает идеи жилищного кооператива, говорит, через индустрию и опыт «Бествея» мы можем возродить Россию, возродить величие великого нашего государства. Что мы делаем вместе? Для участников вечера была подготовлена торжественная программа. Со сцены звучали песни военных лет в исполнении сольных артистов и творческих коллективов. Офицерский бал прошел в атмосфере дружелюбия и согласия. Дань традициям и память о народном подвиге в годы войны объединили тем майским вечером разные поколения партнеров холдинга. У нас вообще в компании, здесь в бизнесе не только возрастные люди, а есть еще молодые, кому 18, 20, 21 год. И они видят это все, они говорят, неужели это вот так вот, что можно жить в России вот так вот хорошо и красиво. Старшее поколение
передает молодому поколению вот это все традиции. Компания Life is Good намерена и впредь неизменно чтить традиции, следовать принципу социальной ответственности бизнеса перед обществом. Уже известно, что следующие торжества, приуроченные к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Республике Беларусь. Сегодня мы провели патриотическое мероприятие, посвященное Дню Великой Победы. Весь формат работы нашего холдинга нацелен на то, чтобы помогать людям, поддерживать уровень жизни, поддерживать традиции. И очень знаково то, что нас поддерживает государство, нас поддерживают депутаты Государственной Думы, нас поддерживают герои России. Я очень признателен этим великим людям, которые помогают, которые признают нас и поддерживают нас в наших патриотических началах. С 14 по 16 мая в Москве было проведено обучение руководителей Life is Good LS1. В семинаре приняли участие 106 партнеров холдинга. Московский LS1 стал самым представительным за все время деятельности компании. На семинар для обучения были приглашены руководители Life is Good от 4-го карьерного уровня. В качестве спикеров выступили как приглашенные лекторы, так и признанные топ-лидеры холдинга. Они представили участникам конкретные инструменты для достижения наилучших деловых результатов. У меня сейчас больше 21 тысячи единиц, если быть точным, 21 600 за полтора года. Но я работал как-то по старинке, но так получилось, да? Поэтому я понимаю, что благодаря вот таким обучениям, вот таким семинарам, я сейчас просто буду подниматься очень серьезно, поскольку я делал это, достиг такого результата, не имея таких знаний, не имея такого опыта, но сейчас, получив такие знания, естественно, у меня все пойдет вперед. В числе участников семинара Марина Станкевич из Перми. Бизнес вместе с Life is Good она начала весной 2017 года и на сегодняшний день первая в своем городе достигла 4-го карьерного уровня. Вложила деньги в стройку, и они пропали. И поэтому я стала искать выход. Я нашла вот этот вот жилищный кооператив. Мне нужно было очень быстро заработать снова деньги и встать в очередь в кооператив, соответственно, приобрести себе жилье. Поэтому я просто зажглась этой идеей. Моя структура на сегодня имеет 53 сотрудника. Плюс у нас около 15 уже вот тех людей, которые встали в очередь и накапливают себе на кооператив. На сегодня это вся информация. Следите за новостями компании на нашем видеоканале Life is Good на портале YouTube и в социальных сетях. Также все выпуски новостей доступны на официальном сайте компании. Жизнь прекрасна. Будьте с нами.